В Якутии ежегодно образуется больше 250 миллионов тонн мусора. Об этом сказали во время обсуждения вопросов обращения с отходами производства и потребления на сегодняшних парламентских слушаниях. Участники отметили, что в Якутии нет ни одного специализированного предприятия по комплексной переработке отходов, а в большинстве населенных пунктов не организована система сбора и вывоза твердых коммунальных отходов. Вместе с тем остро стоит вопрос утилизации медицинского и биологического мусора. Медицинские учреждения, особенно в сельских поселениях, они не обеспечены инсинераторами. И сжигание биологических отходов, это свиней, собак, коров, производится не на специальных отведенных и оборудованных площадках, а примитивным способом, путем их сжигания с использованием отработанных автомобильных шин. И при этом вот наносится, конечно, значительный ущерб окружающей среде –